В Симбирской митрополии почтили память святого праведного воина Федора Ушакова. На архиерейской службе в селе Никольское на Черемшане побывали наши коллеги. В 200-ю годовщину со дня представления святого праведного воина Федора Ушакова епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор совершил божественную литургию в Никольском храме села Никольское на Черемшане Ульяновской области. Сегодня мы с вами вновь и вновь собрались в святом храме пред алтарем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы хвалить и славить Христа воскресшего, чтобы свидетельствовать друг перед другом и перед этим гибнущим миром о нашей спасительной вере во Христа Иисуса Господа нашего, Сына Божьего, рожденного от Духа Святого и Девы Марии, нас ради и нашего ради спасения. Дорогие мои, только что мы с вами слышали Слово Божье. Господь наш Иисус Христос, обращаясь к сердцу каждого из нас, говорит: «Ей, как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы, прежде всего, сами также поступайте с ними. Если вы хотите, чтобы вас любили, то прежде сами научитесь любить тех, кто вокруг вас. Если вы хотите, чтобы вас окружающие люди принимали такими, какие вы есть, с вашими недостатками, с вашими какими-то особенностями, моментами, то прежде всего сами старайтесь принимать тех людей, которые вокруг вас, такими, какие они есть. Без всякого осуждения, без всякого ропота, без всякого презрения. Если вы хотите получать прощение от окружающих за какие-то моменты, то прежде всего, говорит Господь, сами научитесь прощать. В благодарность за понесенные и в благословение на предстоящие труды глава Меликесской епархии удостоил благотворителей Никольской церкви архиерейских грамот. Сегодня совершается день памяти святого праведного воина Федора Ушакова. Он был канонизирован Русской Православной Церковью 5 августа 2001 года как местно чтимый святой Саранской епархии. Деяние о его канонизации указало: сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель. Милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех. 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил Федора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных. Святой Федор почитается как покровитель российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил. С 6 августа по 1 сентября 2016 года в честь 15-летия канонизации святого праведного воина адмирала Федора Ушакова впервые состоялось принесение его мощей из Сыноксарского монастыря в город Севастополь. Пресс-служба Меликесской епархии.